Доброе утро, дорогие друзья. Здравствуйте. Салам алейкум. Камар джоба. Лабадена. Парамзес. Оля гутентак. Самбайну. Здраво. На каких еще языках я могу поздороваться со своими друзьями, братьями? Всем всего доброго. Хочу поделиться с вами. Вот интересно, недавно присутствовал на мероприятии, на мастер-классе, на котором также были, представляете, фамилии, которые я сейчас буду называть. Например, у меня от этого волнения — это Александр Васильевич Медведь, трехкратный олимпийский чемпион, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Иванович Тихонов, Буайсар Сайтиев, трехкратный олимпийский чемпион, Артур Таймазов, Алим Селимов, Александр Александрович Карелин. Представляете, я много раз бывал до этого на их мастер-классах, на их таких выступлениях публичных. И когда показывали приемы, многие снимали на видео, потом спрашивали, можем ли мы выкладывать, это все-таки так называемый ваш интеллектуальная собственность, как сейчас принято говорить молодежью, то не надо, не кому-то можно показывать, кому-то нет. Вы знаете, они что сказали, я полностью с ними согласен, что нас Родина бесплатно воспитывала, бесплатно тренера нас учили, и я даже в голову ко мне не приходило, что я должен кому-то говорить, вот это можете показывать. Все, что у меня есть, все мое мастерство, если оно есть, я хочу поделиться с другими, присоединяясь к моим друзьям, старшим и младшим. Такой же я Абдурашид, русский танк. Посмотрите, везде выступает. И даже мне неудобно сказать бесплатно. От души все это делается. Тем более сейчас такое время. И страстная неделя идет у православных. Католическая Пасха наступила, ураза. Благие дела нужно сейчас делать, друзья мои. Всего доброго. Не люблю тему эту затрагивать, она всегда тонкая. Но надо поделиться. И, конечно, огромное спасибо нашей группе. И мы родом из самбо, и, конечно, борцы 80-х, 90-х. Друзья мои, делюсь с вами кусочком красоты из Беларуси, Республика Беларусь. С любовью, открытым сердцем. Будьте здоровы и счастливы, друзья. Обнимаю вас крепко.